Друзья, всем доброе утро. Сегодня суббота у нас, у меня выходной. Вы будете сейчас часто видеть вот этот вид прекрасный наш из окна. Как это красиво, вы не представляете. Я, говорит, в халате. Тут завтрак готовлю. Мадам у нас еще дрыхнет. Ой, это просто, друзья, неописуемо красиво. Такие шапки прикольные. Друзья, всех с добрым утром, вернее, добрый день. У нас сегодня суббота. Дико лютая зима опять началась. Отличная. Да, сейчас где-то минус 12, может чуть-чуть ниже, может минус 13. Нам ехать надо за ламинатом. По крайней мере, поедем, поищем. Что-то у меня такое чувство, что у нас тут проблема. Колесо уперлось в лед. Не знаю, как мы поедем, как все это будет выглядеть, но как-то сейчас надо ехать. Ты видела, что у тебя творится с колесами? Я видела, я чувствую. Капец, а как ехать? Так и ехать. Да? А в тук-тук нельзя, потому что вот в прошлый раз тук-тук. Да, в прошлый раз, вот в прошлой зимой тук-тук сделали, и брызговик этот ломался сразу же. Поэтому, ну, как-то изнутри там, я не знаю, как это теперь. Это лед, это молотком только если, Юля. Нет, так нельзя. Так краску отломаешь. Как ломиком, знаешь, нашла. Слегка нас запорошила. Ну, все почищено, в принципе, все хорошо. Можно было бы ехать на Кашкай, просто мы подумали, что а если что-то надо купить, все-таки на Кашкай-то не влезет сюда ламинат. Ну, может и влезет, но неудобство будет. У Кашкая таких проблем нету, да? Да, вообще со свистом все. Арки все чистые с обоих сторон. Бро, холодно. Я еще без шапки. Вовсе не холодновато. Есть капюшон у моей гвесовской курточки. О, и поэтому хорошо. Так что сейчас прогреемся, расчистимся. Ё-моё, на крыше-то сколько снега. О, шапка такая. Ладно. Включимся позже. Вот в прошлый раз, помните, сел аккумулятор, не успел договорить. Стал засыпать ворота и стало заметно теплее. Сейчас в гараже плюс 10. На улице, я скажу уже, сколько было, там 12-13 градусов. Но, смотрите, сверху-то тоже щель есть. И у меня такое чувство, что сверху-то тоже задувает. Так что тут просто надо менять ворота. По-другому вариантов нету. Не знаю, не смотрел. Но, видите, запас. Не просто же так вот сверху металлический швеллер стоит. И видно, что сантиметров 20 ворота могли быть выше. И по 5 сантиметров с каждой стороны минимум, а то и больше, 7. Они могли быть тоже шире. Так что вот поэтому надо срочно эти ворота будут менять. Ну, придет сезон, весна, сразу же поменяем. Вот. Но, по крайней мере, сейчас в гараже стало теплее. Это уже плюс. И самое интересное, друзья, что это только с одной стороны. С другой стороны такого нет. Все отлично. И что мы видим, друзья? Сладкая парочка Твикс. Белый оседлал коричневого. Они часто так теперь. Напомню, друзья, они у нас прожили уже 2 года. И вот совсем недавно, буквально пару недель, мы их посадили вместе. До этого они жили порознь. Никогда друг друга они не видели. Вот теперь любовь навеки. Друзья, знаете, мы сейчас едем помимо ламината, всего там строительного, для унитаза нам еще крепление купить, потому что мы будем устанавливать новый унитаз. Дело не в этом. Дело в том, что самое главное, зачем я еду, должен получить посылку. Посылка была заказана с Китая. Это запчасть для Примастара, расходомер воздуха. Я решил... Я покупал его с Германии, с автодока. Прослужил он, как я уже говорил, там плюс-минус полгода. И вышел из строя. И стоил он 70 евро. Я подумал, что можно заказать с AliExpress такой же, но дешевый. Стоил он, по-моему, около 20 евро. Что-то такое, там 19, по-моему, с чем-то. И самое интересное заключается в другом. Самое интересное заключается в том, что...
мне надо прийти и получить эту посылку на почте. Вот это для меня было просто как непонятное удивление, потому что, как вы знаете, в Финляндии ввели новый закон, что с 1 евро надо платить налог, если вы получаете из-за рубежа, за пределов Евросоюза. И вот это было для меня крайнее удивление, когда посылку я был уверен, что надо будет растамаживать, а ее растамаживать не надо, а просто прийти получить на почту. Вот это очень странно. Как это так возможно? Либо по ошибке продавец отправку сделал мне не из Китая, а откуда-то с другой стороны, либо у нее есть возможность такая. Но, по крайней мере, когда я заказывал, там был вариант Китай и у другого продавца Евросоюз. Если Евросоюз, то выходило 30 с чем-то евро, а если Китай, то 19 евро у другого продавца, но долго ждать. Ну вот я заказал, думаю, пофиг, в январе придет и придет. А тут хоп, в начале января приходит посылка, еще и растамаживать не надо. Вот поедем, сейчас получим, возможно, установим и посмотрим, заработает ли вообще китайское производство на этом Примостаре или нет. Очень мне интересно, стоило вообще заказывать дорогое из Китая, либо можно было дешевое. Но у меня такое внутреннее предположение, что она... Стоило ли заказывать дорогое из Китая? Да, что у меня было два варианта. Заказать китайское вот это вот, то же самое, только с Германии посылка была. То есть у них склад в Германии типа был, или в Польше, или в Германии. Вот, и так, точно такой же дешевый вариант с Китая напрямик. Ну, никаких этих самых, не надо там ДХЛ почты платить, ничего. Все самое дешмановское. Я выбрал дешмановское. Вот мне теперь интересно, подойдет он вообще сюда, в эту машину? Если подойдет, то заработает он или не заработает? Мне надо 4-пиновое подключение, 4 вилочки такие там. Вот, посмотрим, хотя бы с этого начнем. Придет правильно или неправильно? Мне так до ужаса интересно. Знаете, вообще не жалко выкинуть денег, потому что это всего 20 евро. А во-вторых, ну просто, если это будет работать, я буду просто без комментариев, как говорится. Самый опасный поворот на нашей трассе. Самый опасный поворот. Особенно это зимой. То есть вы едете 80-90, и тут хопа, такой резкий поворотище, и тут еще часто бывает чистый лед. Так улететь можно в лесок хорошенечко. Ну что, ребята, закупились мы ламинатиком. Никогда в жизни не догадайтесь, где мы его купили. Я бы сам никогда в жизни не догадался. Он не хотел туда идти ни в какую, просто его тошнило от одной мысли. От этого магазина. Это Юлин любимый магазин Руста, ну, бывший Гонконг. И как вы, вот хотите верьте, хотите нет. Я с пеной у рта доказывал, что там не будет и не бывает ламината, а он там был. И получается, что был еще и как раз более-менее подходящий цвет, ну даже не более-менее, а очень даже подходящий цвет, потому что мы ездили в разные магазины сейчас, и нигде в наличии нет нормального ламината. Мы хотели широкий и красивый цвет. А обычно, знаете, либо какой-то дрестотно-желтый, непонятный какой-то светлый, белый, ну куда это для Эмили, это в 5 секунд и можно менять. А тут то, что надо, потом покажем. Вот, и это мы купили, и, как ни странно, вышло очень даже по дешевой цене, 16,90 за квадрат. В других магазинах мы смотрели такой же ширины ламинат, такого же 32 класса, все то же самое, только другой фирмы, да, и он стоил 26 евро. Ну, то есть на 60 евро дешевле вышло. То есть 10 евро квадрат дешевле. Это нормально. Вот. Я покажу, что я в Русте купила, вы поймете, почему он мне нравится. Там, конечно, и говна достаточно. Сейчас едем дальше. У нас минус 9, сейчас мы едем забирать китайскую деталь. Еще ты в продукты тоже хотела? Да. А, ну еще продуктовый заедем. Ну, друзья, мы уже много раз хотели вам показать часть старого города. Вот старые-старые дома, видите, набережная такая. Конечно, там вот церковь есть, очень старая. Не, обязательно не летом походим, погуляем. Но тут вот такие улицы красивые, с левой стороны будут. Прямо такие старинные-старинные, вообще классно. Ну, видите, домики тоже все в старом таком стиле. Как я так понимаю, первозданно все так и осталось. Часть, конечно, уже новых домов тут, но часть... старых. Обязательно с вами прогуляемся. Он ситик. У
Друзья, пришли домой. Короче, вот такой вот ламинат мы купили. Вот такого цвета. Вот. Потом, когда уже ремонт будет сделан, все увидите. Но, по крайней мере, классный ламинатик. Очень хорошо смотрится. Будет, я думаю, шикардос. Вот так мы купили специальную фигушечку, чтобы не скользить. То есть не подскальзываться у порога, там везде рассыпем. Хорошо. Вот. Сейчас покажем, что купили. И что за посылку я получил. Короче, друзья, в этой посылке было две посылки от одного продавца. Это у нас для машины, а это у нас кое-что интересное. Я давно хотел это купить. Здесь в Финляндии оно есть, но очень дорого. Сейчас покажу, что это такое. Короче, это дозатор либо моющего средства, либо жидкого мыла. Вот, бутылочка. И не подумайте, что это не просто так. Это вкручивается в раковину. У меня как раз, смотрите. Ну что, установил. Короче, решил я сюда налить мыло. Юля категорически против. Ей эта система вообще не нравится. Она, ну, ногами, руками против. Но я сказал, хочу. Так, ну что, проверим. Будет она вообще работать. О, все, друзья, работает. Отлично. То есть мы можем ее повернуть, если нам не надо ее. Нажимаем, она работает. И также, если мы что надо заправить, сразу снимаем, туда заливаем. Она не закреплена, она просто сверху. Классно? По-моему, очень удобно. Ну, вот там Баба-Яга против. Нет, не классно. Ну, и каждого свое, как говорится. Ну, как обещала, показываю, что купила в Русте. В Русте часто бывают скидки на ополаскиватели. Вот такой вот полулитровый, вернее, 650 мл. Он стоил €59. Там было три запаха, я взяла вот такие. Одинаковые, мне понравилось. Орхидея и ваниль по €49. Вот такие вот таблетки для мытья. Посуды 10 штук по еврик стоили. Да, 10 центов штучка выходит. Ну, нормально, я считаю. В принципе, не особо дешево. Но знаете, когда это еврик, то это так не напряжено. Вот такие вот салфетки. Люблю часто протирать какие-то поверхности именно вот салфетками. Для ванной комнаты и для кухни по еврику. Здесь по 70 штук. Даже если они засохнут, раньше времени не жалко будет их выбросить. И покупают часто вот такие вот тряпочки одноразовые. Здесь 10 штук, по-моему, 3,99 они стоят. Всегда пользуюсь либо вот этими Vetex веледовскими, либо покупаю уже в рулоне готовые и отрываю. Похожие есть в Билтоме, тоже хорошее качество, они не плотные такие, не люблю, знаете, такие, которые как мочало, люблю такие достаточно тоненькие, чтобы были здесь вот, да, 10 штук. И часто покупаю вот такие вот жвачки экстра, по-моему, по €50 стоят, это типа как Орбита, и там очень много разных вкусов было, апельсиновые появились, мне нравятся арбузные обычно, тут я взяла черную смородину и как бы лесные ягоды там какие-то. И дыню с мятой. Мне мужик вот это тоже жевала их. И взяла такие вот орешки. 2,49, по-моему. Они были очень много всяких разновидностей. Там было. И бомбу для ванны вот такую вот большую. Так что вот так вот. Мне Руста нравится. Ну что, друзья, вот она и коробочка с моей деталькой для машины. Очень-очень мне интересно посмотреть, то ли вообще прислали. Так. Не знаю, что это такое. Очень волнительно. За такие деньги, если придет то, что надо, это будет удивительно, честно скажу. Напомню, что такую же с Германии я за 70 евро купил. Если это то. Момент истины. 4 разъема. Ну, отстань. Так, сколько у нас тут? Должно быть 4. По-моему, их там больше. Нет, друзья, Эмилия посмотрела, сказала, там их 4, я-то слепик не вижу. Ну, визуально, один к одному, все такое же, как и было с Германией за 70. Ну, теперь просто мне крайне интересно все это установить. Так что, друзья, завтра пойдем устанавливать и проверим. За 19 евро будет работать или не будет? Пишите в комментариях. Как вы думаете, оригинальная стоит 360, вот эта вот деталь. Я купил
аналог с Германии за 70, который работал полгода, это стоит 19. Проверим, проверим. То есть у нее тут два датчика, один температура, а второй датчик у нас расходомер воздуха, то есть сколько заглатывает машина воздуха. Вот, друзья, как-то так. Вообще фартанул, еще и пошлину не надо платить. Ну, скорее всего, он не работает, поэтому мне сверху позвонили, сказали, что ладно, так и быть. Раз таможку платить не надо, потому что все равно она не подойдет. Они уже вытащили, проверили и решили. Да. За такую хрень еще раз таможку. Да. Кстати, у нас, друзья, сегодня пятница. Пятница это у нас... Банный день. Разве пятница? Не... Суббота. Суббота. У нас пятница? У нас затяжная пятница, потому что в пятницу Юля работала, а сегодня она выходная, поэтому сегодня решили сделать баню. Я в баню не любитель, поэтому я сегодня пропускаю. Юля у нас одна. И, друзья, у нас завтра праздник. У Сандры день рождения. Так что все, кто хочет, можете написать поздравлялочку. Ему будет приятно. Кстати, Эмилия практически все комментарии читает, все мониторит. Так что имейте в виду, все, кто пишет ей или в ее адрес, она все это читает и все это видит, иногда даже отвечает. Вот, друзья, имейте в виду. Так что вот такой вот видосик коротенький. Всем отличного настроения, море позитива, до новых встреч. Пока-пока. А я, друзья, устанавливал унитаз. Ходил сейчас. Все, установил, сохнет. Скоро увидите. Все, друзья, пока-пока.